Проект «Пушкинская карта» стартовал в России с 1 сентября. Теперь любой школьник или студент в возрасте от 14 до 22 лет получит возможность посещать театры и музеи за счет государства. Номинал такой карты – 3000 рублей. Пополнять ее государство будет каждый год. Как пояснил министр культуры Рязанской области Виталий Попов, пока что цирки и кинотеатры не входят в этот проект. Зато карта будет действовать не только дома, но и в других регионах. Молодые люди могут выбрать для себя события в любой точке нашей страны. Главное, чтобы учреждение было участником программы. В Рязанской области на первом этапе к программе «Пушкинская карта» подключились 8 учреждений. Это наши 4 государственных театра. Театр драмы, театр кукол, театр юного зрителя, музыкальный театр. Это областная филармония, это наши музеи, художественный музей имени Пожалостина и музей-заповедник Сергея Александровича Есенина и муниципальный культурный центр города Рязани. Функциональность карты будет ограничена исключительно сферой культуры. То есть расплатиться ею, например, в продуктовом магазине, понятное дело, не получится. Как и самостоятельно управлять счетом, снимать наличные и пополнять. По словам Виталия Попова, нынешние 3000 на культурное обогащение будут доступны до конца 2021 года. У тех, кто их не потратит, сумма, что называется, сгорит. Но уже со следующего года карта пополнится снова на 5000 рублей. Эти деньги можно будет использовать на протяжении всего года. В рязанских учреждениях культуры к проекту «Пушкинская карта», кстати, готовятся основательно. Тщательно выбирают репертуар, чтобы порадовать зрителя. Так как театр начинает, в принципе, работать примерно с октября, но у нас мероприятия уже идут в сентябре, я скажу об афише на сентябрь. Два мероприятия в сентябре у нас входят в программу «Пушкинская карта». Это прям буквально 8 сентября на нашей сцене будет гастролировать со спектаклем «Юконский ворон», «Пензенский тюз». Мы приглашаем наших юных зрителей и не очень юных зрителей, да, и молодежь на этот спектакль. И «Господа Головлёва» 24 сентября, тоже спектакль попал в программу «Пушкинской карты». То есть вот на сентябрь такая афиша. Стать участником программы просто. Нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», установить себе на телефон приложение «Госуслуги.культура», которое уже доступно для скачивания на всех маркетплейсах, и там оформить виртуальную карту. Также «Пушкинскую карту» можно оформить через отделение почты банка. Важно! Карта оформляется только тем гражданам, кому уже есть 14 лет и еще нет 22. Все билеты именные, так что передать или перепродать их не получится. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».